Так, ну рассказывай, что это было вчерашней прогулке с Алиной? Она мне все рассказала. Ты про что? Про что, про что? Ты ей сам сказал то, что совет попросил там один. Ну да, попросил, и что? Мы же хорошими друзьями стали. Да ты что, не понимаешь, что ли? Тебе совсем мозгов, что ли, нету? Да вроде в кирпичике лежат под волосами. Видаля! Скажи, ты серьезно не шутишь? Мне ты уж можешь довериться. Да с чего мне шутить, я не понимаю. Нет, я не шучу. Попросил совета, в чем проблема? Что? Да ничего! Накинулись на меня вообще нормально. Видали. Сначала меня все используют. Видали. Потом, когда я попросил совет, сразу. Фу, Виталя, как ты мог? Ну, Виталя, это же нельзя так делать. Ты понимаешь, сколько вы с Алиной уже всего пережили? Ну... Алин, ну не плачь. Что нам делать? Мы не выберемся отсюда. Алин, да выберемся. Вместе мы сила. Ну ладно. Ну, да, Да знаешь что? Хватит, может. Постоянно эти воспоминания в голову лезут. У меня их выше крыши. Так значит, не нужно их удалять. Иди и попроси прощения. Зачем? Мне уже по горло все. Что я Алине скажу? Что хочешь? Я все, я кикнулся. О, дроброт, будешь брал Сарс? Я тут тебя жду. Уже Леночку успел выбить. Наконец-то! Что, реально выбил? Ну да. Так показывай, что стоишь? Дай сыграть. Я у тебя возьму там за бластер, сыграю. Че? Не-не-не, жди, сейчас, подожди. Я одну каточку. Оп-оп-оп. Только не слей там мне. Ой, Ника, почему ты такая грустная идешь? Казаста, не твое дело, уйди. Пинают меня, как мячик какой-то. Сами вы футбол. Алин, ты тут? Да тут я, где мне еще быть? Ну что там, скажи. Все хорошо, все удалось. В общем, это не шутка. Да я... Что? В смысле? Что не шутка? Про совет, что он тебя просил, это не шутка. Так он мне тогда сказал, что это не шутка. А. Ты сделай все, чтобы помирить нас. А, ну Ника. Только не говори, что еще хуже сделала. Конечно, нет. Точно! Мы друзья, мы кто? Вы...